понедельник в Королевском суде Лондона начнется первый этап процесса, посвященного экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Свои аргументы в пользу выдачи Ассанжа представят обвинение. Юристы американского правительства. В тюрьме Ассанжа навестил его сторонник, экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. Единственное, в чем обвиняется Джулиан, это журналистика. Он всего лишь отдал информацию, имеющую общественную значимость, Associated Press, New York Times, Шпигелю и Эль Паис. Это необходимо понять всем. Обвинение в шпионаже от имени народа США – эвфемизм. Минюст США вынес Ассанжу в мае прошлого года обвинение по 18 пунктам. Он в том числе подозревается в преступлении, связанном с раскрытием информации, имеющей отношение к безопасности Америки. Первая часть слушаний продлится до конца этой недели. Процесс возобновится в середине мая, и тогда свои аргументы представят адвокаты Ассанжа. По выдвинутым обвинениям основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюремного заключения.